Диалог между цивилизациями стран БРИКС. Серия мероприятий под таким названием прошла в Казани. В ней приняли участие более 300 экспертов, ученых, бизнесменов, спортсменов и представителей молодежи из стран объединения. Они обсуждали пути улучшения взаимопонимания и углубления дружбы между народами, а также укрепления практического сотрудничества. Кроме того, было организовано выступление китайских и российских музыкантов, фотовыставка «Страны БРИКС» в объективе и специальный выставка. Выставка «Китайская живопись сквозь века». Для меня Китай – это особое место, особенно после Олимпийских игр 2022 года, на которых я стала чемпионкой. Я часто езжу в Китай, и каждый раз для меня это как праздник, потому что там я чувствую колоссальную поддержку от моих китайских фанатов. И я чувствую себя очень счастливой, потому что у меня есть возможность делиться опытом с китайскими фигуристами и узнавать об их опыте.